мы по Теряевке вот встретили мальчика. Значит, папу как звать у тебя, ты говоришь? Алексей. Алексей, ага, понятно. А фамилия Устинов, наверное, да? Да. Вот, подними головочку. А тебя как звать? Я Назарий. Назарий. Отлично, Назарий. Хоть не стесняйся, что ты батюшка. Он хороший, какой красивый мальчик. Так, ну скажи, кто у тебя братья? Евтихий, средний, и не самый маленький, а Варлам самый старший. Так, Варлам старший, потом ты, да? Назарий? Нет. Да, потом Назарий, потом Евтихий. Евтихий и младший. Сколько же Варламу лет? Ириней. Ириней. Ой, Варламу сразу не запомнил. Варламу 9 лет уже. 9. Ага. Да? Ну, а пойдем. Что ты делаешь? Я кос пасу. А где козы-то твои? А, вот, тут он же пастушок. Это твои козы, а мы думали, вон что это что? Козы. Так ты пастушок? Я, да. Какой молодец. Ты молодец, а? Какой ты молодец. Хорошо. Назарий. Ну ладно, помогай тебе, ну, Господи. Давай, да, с Богом оставайся, братец. Привет, папа. Папа, так это что, там вот, ну что, страшная девочка какая-то или что? Какая-то странная. Страшная медитинш, медитштра, медитштра, Качевская Анна Александровна. Это что? Это вот, когда медитштра, да, как я понимаю, ну или страшное что-то. Написано, главное, вот. Так, а зачем ты отжимаешься, скажи? Мир всем, я отжимаюсь. Даже отжимание я можешь убрать силу, но не только. Может даже доверить силу, непростую силу, но физическую, вот. Смотрите, например, вот, как отжимать надо. Угу. Ну, молодец.